Но вот если посмотреть ваше название, которое вы выбрали, здесь, конечно, о творчестве говорить не приходится. Во-первых, у нас еще 5 дошкольных учреждений не имеют названий. Я очень прошу привлечь родителей своих будущих, общественность, к тому, чтобы вместе подумать и вместе выбрать действительно перспективное название, так, чтобы оно соответствовало тем приоритетам, которые наверняка в ваших учреждениях все-таки будут, и направленности ваших учреждений. Вы посмотрите, из 29 дошкольных учреждений, три, открываясь одновременно, выбрали название Сангудач. Но если 3 из 29 с одним названием, это говорит не о творчестве полета и не о творчестве мысли. Мне совершенно непонятно, как у нас детский сад в Казани с татарским языком воспитания и обучения имеет название «Чемпион». Я бы еще поняла, Батыр, может быть, или еще что-то. Кайбица, прошу проанализировать, сколько белочек в республике, в России. Наверняка не одна. И наверняка это не самое креативное название.